И в продолжение темы. На межрегиональном форуме ОНФ участники обратились к президенту с предложением ввести единые гарантийные стандарты для ремонта дорог и похвалили Ставрополь. Как удалось добиться такого результата? И как гарантийный срок влияет на качество проезжей части? Узнавала Алиса Вартазарян. Чем дольше гарантия на дорогу, тем выше ее качество. К такому выводу пришли общественники. Они объехали более сотни городов, чтобы проверить качество дорожного покрытия. И во время общения с президентом на межрегиональном форуме ОНФ озвучили результаты своей работы. Мы сегодня находимся в городе Ставрополь. Здесь гарантия на дороге 5 лет. Как мы видим, здесь очень хорошие дороги, а почему-то в соседнем городе Пятигорске, там гарантия на дороге всего лишь 1 год, а на реконструкцию 2 в городе Элисте, там всего только 2 гарантийные дороги. И то те ведут только к дому главы города. Необходимо, считают активисты, установить единые требования к гарантийным срокам, на что Владимир Путин пообещал форсировать процесс. А мы решили проверить, в каком состоянии находятся дороги Ставропольского края, которые по договору должны быть на гарантии. Это дорога регионального значения Ставрополь-Туннельный-Барсуковская. В 2014 году ее отремонтировали с гарантией на 4 года. Но щебень не прижился, и на дороге появились неровности. В 2015 году подрядчик устранил все дефекты за свой счет. Только за прошлый год подрядчики отремонтировали по гарантии более 57 тысяч квадратных метров краевых дорог. Здесь прекрасно видно, что проведены ремонтные работы, отличается старое и новое покрытие. Восстановлена поверхностная обработка, вот картами пройдена, то есть дополнительно разлит битум и уложен щебень горячий. На гарантии находятся все краевые дороги, правда, сроки обслуживания разнятся в зависимости от вида работ. На земполотно это 8 лет, на дорожную одежду это 6 лет. На нижний слой покрытия 5 лет, на верхний слой покрытия 4 года. Гарантия действует на все, да, по элементам. Это элементы обустройства, это барьерное ограждение, это сигнальные столбики и знаки, это и земполотно, это и основания, это и обочины. Но для муниципалитетов такие сроки не являются обязательными. Они прописаны в этом документе и носят лишь рекомендательный характер. Право на изменения остается за заказчиком. Единственная проблема, которая пошла по гарантийным обязательствам, почему-то отличился город Пятигорск, мы с этим вопросом разберемся. Есть и положительный пример в гарантийном обслуживании муниципальных дорог. В 2010 году в Ставрополе отремонтировали 13 улиц. Среди них Ленина, Дзержинского, Советская, проспекты Юности и Кулакова. И в течение 5 лет подрядчики устраняли все недочеты. Несомненно, большой гарантийный срок стимулирует организации делать качественный ремонт. Ведь никто не хочет нести лишние затраты и дважды делать одну и ту же работу. Не менее важно, утверждают в министерстве, тщательно подбирать подрядчиков. Проверять, какое у них оборудование и что умеет персонал. А главное, ежегодно контролировать состояние отремонтированных по гарантии дорог. Алиса Вартазарян, Владимир Ходырев, Ставропольское телевидение.